как усы. Апельсиновый рай. Слушай, я знаю, где ты спишь, блин. Я тоже. Ты подлец. Главное, чтобы мы после этого не... Ой. Это просто противоположность, которая не дает мне покоя. 6 апреля. Вот черную у меня и белую. Нет, не переношу. Могу зарубиться. Хорошо. Не как Дюба. 7. Подожди. Зачем такие вопросы? Ну, ё-моё. Мы же говорим правду сейчас, подожди. Ну. Если я рожу, у меня в жизни много чего поменяется. Он? Я. Я вот надо сейчас подумать. Я. Наверное, я все-таки. Маша, ты тоже так считаешь? Ну, конечно. Так кто? Я уже ответила тебе. Он расчетливый. Ну, это то есть... Я правильно поняла. Импульсивный. Прям сильно? Ну, нет. Но не расчетливый, это точно. Артур? Про Машу? Ну да. Или про Артура? Он расчетливый. Ну, это то есть... Я правильно поняла. Наверное, 50 на 50. Прям вот ровно 50 на 50. Ну, меня жадным раджой называют. Я не знаю, как можно сказать, что потом я не расчетливый. Не, расчетливый. Стас? У нас да. Да. Что да? Расчетливый. Импульсивная. Импульсивная? Да, атомная бомба. В плане Маши, ну, наверное, импульсивная она очень. Ну, в плане расчета у нее, ну, она все, вот все готова отдать, все сразу поделиться со всеми. Потратить. Расчета там нет. Сначала он импульсирует, а потом рассчитывает. Ну да, согласен. Ну 50 на 50, потому что я могу и что-то резко сделать, а я, как правило, вот все продумывать стараюсь. Я все обдумываю, все тщательно стараюсь, даже бывает чуть медленно, но... Как зато... чуть? Очень даже медленно. Зато результативно. Катя импульсивная. Тут прям... Ну как все женщины, наверное. Большинство. Очень импульсивно. Это просто противоположность, которая не дает мне покоя в хорошем смысле этого слова. Ну, вот видишь, противоположность притягивается. Блин. Розовый. Ну да. Да. Черный. Да. Несмотря на цвет чего? Одежда черная? Всего черный, да. Правильно. Все верно, да. Розовый. Блин. Угадал? Желтый? Нет, не угадал. Надо одновременно сказать? Если честно, мне кажется, он сам не знает, какой у него любимый цвет, потому что он чуть... Он дальтонирует. Бежевый или хаки? Ну, я накиваюсь, значит, да. Да. Все. Да ладно, мне на серьезно. Ну, я думал, черную у меня и белую. Черную. Правда, то и... Да. Немного есть. Импульсивная женщина. Ну, я думаю, что он тоже склонен к таким спокойным, там, темным тонам. Черный, темно-синий, темно-серый, такие цвета. Спокойные, без всяких. Розовый. Нет, это неправильно. Ну, это был точно раньше. А, любимый цвет сейфа, я думаю, зеленый. Есть. Как, розовый же на тебе бывает? Ну, на мне розовый, на любимый-то. Самир спросил, она тебе скажет. Голубой. Голубой, голубой. Давайте. Странно. Нюдовый. Какой? Нюдовый. Лососевый, может? Ну, типа того, да. Так, сейчас я подумаю. Что думаешь? Наверное, ну,
последние дни мы завтракали под бои Вики. Хан, племянница Артура, его воспитанница. На самом деле, он очень много внимания уделяет каждому своему спортсмену. И, честно, я не могу ответить, что вот кто-то у него любимый, вопрос, а кто-то не нет. Про моих спортсменов. Можно скажу любимый клуб? Футбольный. Зенит. Чё? Следующие вопросы порушили. Либо вот этот регбист, либо кака. Ну, регбист, наверное, вот этот. Я забыла, как зовут его просто. Тим Тибоу. Вот, да. Ну, мы болеем за Хабиба, когда деремся. Конор нам не очень уже почему-то нравится. А он так... никогда не нравился. Ну, я, да. Просто у нас на канале культ московского Спартака. Нет, не переношу. Могу зарубиться. Давай, не во время съемки. Ну, не со мной хотя бы. Так, чтобы прям кто-то нравился, такого нет. Актера могу назвать, а вот спортсмена. Давай, я честно. Ну, как его зовут? Я забыла. Кака нравился. Ну, сейчас его где? Ну, просто... Он сейчас марафоны делает. Мне просто как, ну да, как личность. Я вот как спортсмен, хоть он там, хоть Фелпс там, да, ну, мне как личность какая-то бледная. А так, что-то надо интересно, чтобы в жизни было. Этот Форрест Гамп, как его зовут? Том Хэнкс. Да, вот. Да, я думаю, да. Один из таких, да, любимых актеров. Да? Да. Талантливый дядька. Хорошо. Не как Дзюба. Вырежи. Почему еще ни одно наше видео не обошлось? Без него. Без упоминания Дзюбы. Ну, спортсмены. Те, которые я принесу. Это бывает не часто. Это очень политкорректно, конечно. У Маши белые розы. Такие прям, чтобы были белые, большие. Ну, самые любимые. Пионы. Любимые цветы пати. Да, она сама не знает. Да почему? Да, мне очень нравится. А если она скажет нет, не будет пионов, понимаешь? Не будет даже пионов. Недавно были тюльпаны зимой, очень необычно, приятно. Да, они были немножко не в кондициях. Мне потом показали, посмотри. Там что-то было не так. Маша мудрая девушка, поэтому да. Пионы. У меня нет конкретных, но под разновидность, наверное, все-таки есть. Такие дикие. Дикие ромашки. Фиолетовые вот эти, да? Да. Которые я дарил. Любые, что я дарил. Да, любые, что я дарил. Ну подумай, может. Не, я же уже сказал. Любые, которые я дарю, это любимые. Стандартные не любят. Ну, я ему это подсказала, видимо, сейчас. Че это? Ну, хотя... Мы можем запись послушать. 0,5 балла таких вот. Да как 0,5? Я чисто угадал. Ну да, мне, в принципе, это и нет любимых. Но если их дарят, то... Можно сказать, да. Он отгадал, в принципе, да. И даже цвет сказал вот это. Ну, ты ему сказал фиолетовый, и он сказал да-да-да. И... Я их имел, ты не дал мне сказать. Все, 0,5 тебе, 0,5 мне. И довольно. 5. Молодец. Нет. 7. Подожди. 13. Я просто дал возможность, я проверял ее, она знает или нет. Слушайте, ну как ты сомневался, что ли? 8. 9. Я наугад бросил, я просто среагировал. 9 еще нет. Будет 24 августа. А считается как женатый и сколько? Нет, или... нет, просто сколько вы вместе в отношениях. Я 1 балл, 2 балла мне. Это тебе расчетливость проснулась? 8 не хотел. Сейчас 2021. Да. 16. Может, 4,5. Ну да, ну, это ближе 4 к 5. Будет, да, уже близится. Да, поэтому все нормально. А с Артуром год за 2, поэтому, в принципе... Почему? 8 лет. Еще 9 не исполнилось. Так мы сколько в одном муже с тобой еще общались? Сколько поэтому в отношениях? 9. 13, мой любимое число же тем более. Любимое число только 13. Поэтому как, а что за вопрос был? С математикой у Маши плохо, поэтому 5. И вредность за... Ой, молоко за вредность еще. Это точно. Сколько лет вы вместе?
Ну, 9 точно тогда. Не женаты, а вместе. Ну, тогда 9. 10. Почему? 10, потому что мы когда вместе? Полтора года еще были. Ну, общались. Пополам, короче. Я просто наугад сказал. Нет, 8 точно, но не 7. Ты просто рисковал, да, получается? Так, примерно. 9,5. Ну, уступим Кате Ивановичу. Зачем такие вопросы? Ну, ё-моё. 43-й. Пусть будет, да. Пожалуйста. Он поменялся, кстати. Да. Размеров на 5 он увеличился после. Ну не на 5. Да, был 40 последний, теперь 50 последний. 36. Да. 6,5. У него на самом деле был 38-39. Нет, у меня был 37 и стал 38-39. Мы же говорим правду сейчас, подожди. Ну, 41. Правильно. Зачем ты такой? Когда попадает в голову, закрывает шлем и так обволакивает. Могу полностью показать. Не нужно. Подвырос. Да. Был 42-й всю жизнь. Ну, сейчас 43-й покупаю. Смотря где покупать, если One Way. Тогда 43-й. Хотели хоть один выпуск. А так 42-й. Ну, я знаю точно, что размер поменялся после рождения дочки у нас. Потому что весь ассортимент обуви, который был накоплен, пришлось менять на пару размеров точно. Если было 37, значит 39 сейчас. Да. 38. Правильно? Может быть, это изменится, но вряд ли. Я думаю, так не бывает. 39-40. Сейчас. Был 39, сейчас уже побольше 40. Подрос. Подрос. Качаюсь. Накачался. У Кати 37 сейчас уже, был 36. Да. Тоже вырос, не знаю. Либо мы растоптались, либо что. А что, вы растете еще, что ли? Ну, походу. Ну да, не знаю, нога растет. 41. Да, не поменялся. Да, да, пока ну, так. Родишь, поменяется. Если я рожу, у меня в жизни много чего поменяется. Практически все. Да нет. Объясните слово. Нет. Всего боится постоянно. Абсолютно. Нет. Немножко паникер. Ну да, она живет в фобии в большой. Нету. Правильно? Да, тоже. Какие фобии есть у всех? Тоже нету. Просто камень. Да, нет, ну, фобии, это же страхи, да? Нет, нет. Там какие-то ситуации, не просто там пауки или еще обычные ситуации, боится сразу. Прибегает мне ко мне, я ее успокаиваю. Потом просто переживаю. Я просто ответственный очень, человек. Да, переживаю за все постоянно. Так, чтобы чего-то боялась, там такого прям нету. Тараканы. Ну, я просто думаю, что нет. Без страха. Я же сам задумался, прям интересно стало. Ну, я так тоже думаю, нет, ничего не боится, насколько я знаю. Ну, она переживает за родных часто. Я думаю, что-то связанное с их здоровьем или, ну, вот. У меня есть, в отличие от нее. Письма же отвечает. Попугай его в детстве. Ну что, ты моего попугая боялся? Переживания. Вот излишнее переживание у нее есть. Ну это не фобия. Это же не фобия. Ну как сказать? Просто доброе сердце. Доброе сердце? Ты правильно произнес? Ну ладно, хорошо. Ну. А, высота, точно! Он высоты боится ужасно. Я еще прикалываюсь с ним. Да нет, наверное, нет, особых нет фобий. Нет, нет. Бесстрашный. Бесстрашный. Вова. А что ты попугая делал? Да она придумала. Да она подала на тебя. Он был большой. Да какой волнистый. Не трогай. Орлан просто. Наверное, прям фобией не назвать, да, но... Просто волнуюсь иногда, что-то пойдет не так.
как я планирую. Ну так, не знаю, это фобию на суд телезрителей. Дорогие мои. В курсе, где мы выходим вообще? Мы не после Поля чудес в пятницу выходим. YouTube обозреватели. Фобии, давай подумаю, подожди. В детстве она боялась швабры. Но не самой швабры, как таковой, а вот когда люди произносили мама или папа, швабра, она прям боялась, тряслась, она не понимала, что такое швабра, но она боялась. Я, да, не предмет, а слово. Звучание этого слова. Сейчас я не боюсь швабры. Сейчас со швабрами ты. У Кати была фобия точно, клаустрофобия у нее была. Сейчас я давно не вижу, но сейчас тоже есть иногда. Может запутаться в своей одежде и порвать ее просто вот так. Если она не может. Не, ну это правда. Я лучше порву ее. Я раньше думал, что таких людей не существует, оказывается, есть. Вспомни ситуацию, когда мы еще, я еще с братом жила, мы с тобой не жили вместе, и я тебе позвонила. Ну, насекомых, да, она не любит. Там. Я позвонила есть. Артуру один раз с диким просто криком, пожалуйста. Мы жили с братом на 10 этаже, и к нам залетела огромная саранча. Брата не было, я была одна дома, и, в общем, я закрылась в комнате, ждала, пока он приедет. Она думала, я приеду и съем, и все будет здорово, но я как бы... Это похож на человека, который может... Который может это сделать. Я не был голоден, поэтому вот она он осталась. Меня спас. Так что Артур на секунду не боится. И по дороге перекусил, да, перед этим? Другой. По полю прогулялся. Чей? Мой? Долю со стороны локтя. Благодаря которому она выигрывала чемпионат России. Чемпионат России первый. Да нет, наверное, такого, наверное, нет. Да, такого нет, что прям... Просто, знаешь, это зависит, как у боксера, есть прямой боковой снизу. Сказать, что какой-то именно... Какой надо такой? У кого-то, да, есть. Кто-то вот заточен под одну определенную работу. Так, Вова, любимый удар Кати в тэквондо. Любимый удар Кати в тэквондо? Ну, каким чаще? Клинч нэри. Правильно. Типа, я думаю, там Дори Фурио. Конечно! 100%. Есть спортсмены, которые имеют какую-то свою определенную коронку, а есть спортсмены с богатым техническим арсеналом. Ну, наверное, у нее такого одного удара, именно любимого, нет. Ну, наверное, все любят бить Фурию. Там на видео, там. Я очень эффектно один раз нокаутировала одну девочку на соревнованиях. Прям. Вот этим ударом? Да. Ну, это удар с разворота. В простонародье вертушка. Тандоли. Тандоли это видно. Ну, тоже честно, я не отвечу на этот вопрос, потому что он бьет все, учит всех всему. И сказать, что... Просто как, я не застала его как спортсмена и сказать, какие поединки... Вернее, как, я поединки не видела и какие удары он бил в то время, я не могу, я не знаю, видео, к сожалению, не сохранились, поэтому сложно она ответить. Так потихоньку вышла. Нет, ну правда. Ну она, да, не знает об этом вообще. Меня как спортсменку увидел, а я не застала. Маши вот такой вот выпрыгнуть повыше и на рычаги вот прям в лоб что подать. И еще у нее есть очень любимый удар, это удар кулаком в зубы. Но... Да ну что ты? Это у меня всегда по инерции вылетало, ну, кулак. Да. И не специально. Маш, продемонстрируй. Могу. Ну, Джумок Двит, наверное. Это два разных она сейчас, если что, сказала. Ну нет, наверное, Двит все-таки. Ну да, Двит, да. Правильно. Маша, ты знаешь, как Артура называли в детстве, да, в принципе, до сих пор? И ну, почему конечно. Его так называют? Его называют Кабан, вот, потому что он был просто импозантным мужчиной в детстве. Вот, ну и это, как сказать... Прозвище, да, или как сохранилось по сей день. Нас, когда даже в гости приглашают, там, друзья, так, ну что там, этих позвали, так, а кабаны будут? И что я вот тоже уже чуть-чуть кабан. Какие вопросы у вас интересные, Алексей? Вова, играла ли Катя в кубку в детстве? Это вопрос от подписчика. Так я же не был в детстве, ну играл. Нет, ну, ты знаешь, наверное, что? Нет. Не в куклы, в игрушки играла. Нет, именно в куклы. В куклы. Играла я в куклы или не играла? Пусть будет да.
Но я заставляла себя играть в куклы. Просто она пацанкой была вообще конкретной. Она, да, с рогаткой больше бегала, чем... Не, ну я для вида, у меня была одна кукла, ну так. Я ненавидела игру дочки матери. Терпеть не могла. Да, 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 это я помню. Для отвода глаз. Чисто для мамы, да? По окнам стреляет, идет, она раз кукла. На дереве сидела целыми днями, ела вишни и кидалась с косточками в людях, похожих. Марк, любимая кроссовок такая. Это вопрос от подписчика. Да, я даже не знаю. Он много кроссовок любит. Нет, он не любит. Все разные. Да. Так, Сара, любимый персонаж из «Звездных войн»? Его. А, так, это как его звали? Не, она знает, но просто не Вейдер, вспом... да? Как, ну, Дарт Вейдер, у него имя было. Энакин. Энакин, да. Энакин. Ну, вот этот вот, да, Энакин. Стас, а какая Маша любимая марка машины? Последнее время. Так, последнее время, сейчас. Обсуждали вроде. Audi Q3? Да. Вообще-то Q1. Ну, Q3 тоже можно. Катя, какую кухню Вова больше всего любит? Ох, узбекскую, легко. Конечно. Это прям легко, да? Да. Слава клялся, что это прям будет сложно. Ну, он думал, что дилемма между узбекской и корейской. Ну, все-таки все равно, наверное, узбекская. Узбекская, да. Да. Да простят меня все корейцы. Но корейская на втором. Все не простят. Мне не простят. Все не простят, да. Не простят, точно. Конец все. Я не жду. Я привык. Нет, в сторис у тебя мы больше чаще видим корейскую все-таки. Да это не корейская, это же я просто для рекламы. Ну, том-ям вряд ли. Том-ям, тайский. Ну, тайский. Корейская совсем любая. Не, я люблю это, просто узбекская, она жирная еда, ее постоянно не поешь. Ну, люблю очень. Артур, тебе вопрос от подписчика. Любимая страна Маши? Угу. Наверное, Америка. No. Нет, не именно, не беря в расчет Россию, я так понимаю, в которой ты был. Да. Тогда Голландия. Нет. А почему здесь Россия, стесняюсь спросить? Сказал Америка и Голландия, если не брать Россию. Нет, ну мы же патриоты, мы как бы... Я это само собой. Подожди, подожди тогда. Любимая страна, в которой была. Да ну не важно, может мечтает она не быть. Вот, подсказка. Недавно мы это обсуждали, и я говорила об этом. Канада. Нет? Я не знаю, какая может быть любимая страна у человека. Нет, если мы поедем в Канаду, я, конечно, не против, но вот недавно совсем. Вообще не помню. У тебя всего там 235 всего попыток, наверное. Да. Там тепло, там... Ну, это какой-то остров по-любому. Там. Ну, острова это острова. Я не знаю ответа, на меня можешь не смотреть. С такой надеждой. Бразилия? Почему Бразилия? Нет. А тепло и футбол. Ну вот недавно обсуждали мы это, чтобы ты нас туда с собой помогите. Взял. Ну, сейчас куда я хочу поехать? В Испанию? Да. Вот, молодец. Да, но мы туда не едем. Никто ну, не едет. Пока не едем. Может, когда-нибудь едем, поедем. Да, у нас будет отбор шахта. Будет отбор шахта. Так. А что в Испании такого хорошего? Не знаю, вот хочу узнать, не была. Ну вот. Нет, я не могу сказать, что это любимая страна. Да, поэтому меня... это, наверное, мечта, скорее всего. Поэтому, а любимая страна, в которой она была, ну, наверное, давай, это давай. Все-таки Голландия, я думаю. Нет. Америка все-таки. Да. Мне очень понравилось. Где? Израиль. А. Ну, вот, я всегда подозревал. Может, корни какие-то? Корни, да, корни да, есть. По-любому. Корни играют, конечно. Да, я знаю. Ну, говори. 6 апреля. Так, дата свадьбы 27-е, 0-0-0-0, сейчас вспомню. 7-10, ты знаешь. 0-10. Какое бы число она ни назвала, я скажу, да? 27-2007. Леша, ты быстро стараешься, чтобы у меня не было неловкого молчания. 18 августа 2012. Ладно. Правильно быть? Да, вроде да. Август.
Ну, да. В августе, да. Я хочу заметить, что Артур до сих пор молчит еще. Я помню, что 6 апреля. Когда мы расписались? Я не помню. 18-18. На 8? Да. Это август? Да. Ты с кем вместе, что ли? Да. У нас просто получилось так, что мы расписались сами, вообще без никого, и потом позже у нас было торжество, поэтому у нас как бы две даты, у нас было сложно всех. Год один был? Ну да. Год назови. Я пытаюсь. Не принимается ваше оправдание. Подожди, 19 или 18? 18 получается. Наверное. По-моему, нет. Никто не ответит, пока мы не увидим документы перед собой. Блин, правда, что-то вылетело из головы такого. Вот это вопрос просто. Мне кажется, 19-й. Ну сейчас какой? 21-й, 20-й, 19-й, может, 18-й, не знаю. 19-й. Наверное, 19-й. Да, 19-й. Да. Ты вроде выглядишь отлично, но по сути...